Вдохновением для создания женского аромата «Ситираж» послужил образ городской женщины. Она очень энергичная, у нее всегда тысячи дел. При создании мужского аромата речь шла об уверенном в себе мужчине, который хочет быть соблазнительным. Я бы сказала, что это цветочный, восточно-древесный аромат. Когда рождался аромат, парфюмер выбирал те ингредиенты, которые помогут создать образ такой женщины. Например, нотка сливы. Ее я выбрала потому, что решила работать в более темной палитре. Таким образом, из отдельных нот я создала аккорд, который стал сердцем аромата. Я назвала этот аккорд «Черный георгин». Получается, это некий подсознательный набор нот, который я хочу донести до мужчин. В каком-то смысле мы позаимствовали немного... Души. Да, души аромата для женщин. И перенесли ее на аромат для мужчин. Получилось такое слияние верхней свежей ноты с очень мужественной древесной основой. Сам аромат однозначно получился древесным, с легким мускусным цветочным оттенком. Мы называем его кашемировое дерево. Послушайте его. Он такой мужественный, довольно сильный и насыщенный, очень захватывающий. Я горжусь, что создала этот аромат именно для Avon. Эта компания вдохновляет женщин по всему миру, заботится о них. Аромат «Ситираж» создавался для очень уверенной в себе сильной женщины. Я думаю, мужчина, который пользуется этим ароматом, тоже чувствует себя уверенным и избранным. «Ситираж» создан для настоящих мужчин. Это тот аромат, который на своем мужчине оценит любая женщина. Все просто. Пользуйтесь им и наслаждайтесь.